По данным Республиканского отделения пенсионного фонда, на территории Якутии проживает 11 человек в возрасте от 100 лет. Двое из них живут в Усть-Майском районе. С одним из них встретился Юрий Таюрский. 100 лет. Целый век. В масштабах истории это, пожалуй, мгновение. Но когда мы говорим о человеческой жизни длиною в 100 лет, то эта цифра воспринимается как нечто нереальное. Немного людей доживает до столь почтенного возраста. В нашем Усть-Майском районе в марте месяце отметил вековой юбилей Гаврил Еремеевич Исаков, глава большой дружной семьи. Он действительно прожил очень долгую, очень насыщенную всякими событиями развития нашей страны. Он всегда переживал за все изменения государства и Советского Союза, и России. Сейчас у Гаврила Еремеевича 22 внука и 36 правнуков. И уже внуки, получив высшее образование, по примеру родителей, работают в разных сферах, внося свой вклад в социально-экономическое развитие родной республики. Всегда он говорил, надо жить для народа, для людей. Вот это его было кредо. А для нас, детей, он говорил, надо быть образованным, надо работать тоже ради людей, ради народа. Гаврил Еремеевич к своему юбилею был награжден почетным знаком долгожителя Республики Саха-Якутия УВСАС под порядком номером 104. Эмоции переполняют. Вот для меня вообще это сегодняшний день, уникальный день. Я первый раз в жизни за руку сегодня поздравил человека, который прожил целый век. Вот человек видел своими глазами вот всю историю нашу. Это же очень здорово. И сегодня он в полном здравии. Яркая и интересная жизнь прожита этим человеком. Для близких людей он есть и останется навсегда светлым, теплым солнышком, наполнившим этот мир искренней добротой и радостью. Юрий Таюрский, Усть-Майский улус.